Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Спас» очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Вечность и время». Вы, конечно, можете звонить в нашу студию, и сегодня мы будем говорить и о вечности, и о времени. Тема нашего сегодняшнего разговора – это православие на Кавказе. У нас есть и приятный повод, и долгожданный гость – Владыка Феофан, митрополит казахстанский и татарстанский. Татарстанский и казанский. Да, вот. Как же я заволновался. И это хорошо. Волнение, оно мобилизует. Конечно, казанский и татарстанский. Раньше вы служили на Северном Кавказе. Мы поговорим, конечно, о вашем свидетельстве бесланской трагедии. Это очень важно. Поговорим сегодня и о юбилее, который будет отмечаться в эти дни, значит, отдел внешнецерковной связи, вы тоже имеете к этому имели отношение, это очень важно. Но повод, я говорил, такой приятный повод, это, ну, для любого владыки, это, конечно, строительство храма в его епархии. Вы раньше, вот, чтобы ничего не перепутать, Ставропольский и Владикавказский. Да, почему, собственно, вот Осетия я упомянул. И в Нальчике 2 дня назад был освящен вот великолепный храм Марии Магдалины. Святейший говорил там хорошие слова, мы их там потом процитируем. Но когда мы чуть-чуть попозже вернемся непосредственно вот к этому, ну, очень приятному для вас событию, я бы хотел, чтобы мы начали разговор о вообще понимании нашими зрителями, русскими, и не только, вот этого сложнейшего, выработанного веками механизма сожительства и даже соработничества в одном государстве, в одной империи, вроде бы людей с разными религиозными взглядами. Нас сегодня, извините за такое длинное вступление, пытаются противопоставить. И известные войны на Кавказе, которые вот были, и вы во многом были этому свидетелем, они подтверждали, но правда победила. Мир наступил, хотя и сложный, мы это знаем. И вот многие удивляются, как удалось, во-первых, сохранить и там русское присутствие, которое явлено нам наличием храмов и их новым строительством. Патриарх осветил 2 закладные доски у храма. Это очень серьезный такой акт в Кабардино-Балкарии. Это не просто так. Ну, я, наверное, умолкаю. И вот начнем с этого важного вопроса. Конечно, для меня, как человека, который почти 10 лет провел на Северном Кавказе. Тогда это была огромная епархия Ставропольская и Владикавказская. Для тех, кто не знает, я поясню. В эту епархию входил Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня. В общем, практически весь Северный Кавказ. И вот, конечно же, когда я прибыл вообще на Северный Кавказ, я понял, что главным связующим центром для русского, для славянского населения той ситуации должен быть храм, где бы люди в первую очередь могли собраться для молитвы в тех непростых условиях, в которых они оказались. И вот вспоминается мне 2004 год, когда я прибыл в Кабардино-Балкарию. Я Кокова Валерия Мухамедовича, главу тогда Кабардино-Балкарии, знал и до этого. Встретился с ним, и первый вопрос, который я ему задал: Валерий Мухамедович, давайте построим православный хороший храм. Я говорю, только вы это сможете сделать, показать пример всем, как в национальной республике живут православные. Были какое-то время небольшое раздумий, и затем однажды он мне позвонил: слушай, говорит, приезжай. Я приехал,
А у него уже были готовые эскизные проекты, их было несколько, торжественно в администрации, давай выбирать будем. И вот мы с ним выбираем проект и выбрали, вот я указал, я говорю, вот этот проект, он в византийском таком стиле. И тогда Валерий Мухамедович сказал, я, Коков, говорю, храм будет построен. И началось строительство храма. Вот я хотел бы как раз показать, насколько религиозный фактор является не разъединяющим, а объединяющим. В строительстве храма участвовали все, и православные, и мусульмане. И каждый, даже в какой-то степени, шло маленькое такое соревнование. И даже такой вот хороший азарт добродетели. И случилось то, что случилось. Конечно, потом я еще раз скажу, мы коснемся этой темы, к великому сожалению, 2004 год, 1 сентября, закладка этого храма торжественно. Это и день республики, собрались все в Нальчик. Да. Отслужили молебен на закладку. И это страшная весть о трагедии в Беслане. Но я потом отдельно расскажу. Поэтому я еще раз говорю, ни в коем случае религия не разъединяет. И даже, как у нас говорят, ну как же вот с мусульманами? Это ж мусульманский край. Ну, во-первых, там истари, как называется, жили и живут и мусульмане, и православные. Ведь забыли о замечательном обычае, традиции куначества. Когда детей менялись детьми, воспитывались казаки в мусульманских семьях, не меняя веры, еще раз хочу сказать, а мусульманские дети в казачьих семьях, да, и это являлось некой скрепой дружбы, взаимоотношений. И поэтому, и слава Богу, по всем национальным республикам мы тогда еще мою бытность построили храмы. И сейчас, вы знаете, в Чечне недавно освятили новый храм в станице Наурской. Как вы сказали, что... Ох, претерпела станица Итирское казачество, конечно, за последние годы. Претерпели за последние годы, конечно. Вы знаете, я довольно часто встречался с очень большим кругом и срезом людей с Северного Кавказа. И с бандитами. Я часто хотел понять. Я не боялся, честно говоря, об этом все знают. Ездить и в Чечню, и в Грозный. Я понял одну вещь, что все-таки религиозный фактор во многом и объединяет. Это угроза секуляризма, который разрушает практически нравственные устои основных религиозных конфессий. И здесь вот для нас большое поле совместной деятельности. Поэтому я еще раз повторяю, но и другая сторона. Ведь когда нет официальной какой-то идеологии. Мы живем, допустим, русское население в меньшинстве остается в национальных республиках. Что может быть стержнем для такого объединения в хорошем плане? Не для объединения не против кого-то, а для сохранения своей идентичности, своей культуры, своего языка и, конечно, своей веры. Храм. Вот мне, я многие годы нес послушание в различных странах мира. И хороший пример дают народы, которые давно живут в рассеянии, диаспора. Это евреи, это греки, это армяне. И посмотрите, как они сохраняют свою идентичность. Обязательно храм, культурный центр, школа. И здесь вот они сохраняются и как этнос, и как носители своей религии, и здесь они хранят
свои исторические корни. И сейчас еще сербы к ним присоединились. Патриарх, как раз Ириней. И очень важно, что святейший патриарх Кирилл, это благодаря его настойчивости, сейчас уже более 700 приходов, которые находятся в ведении святейшего патриарха Московского и всея Руси, находятся в различных странах мира. Он же ведь святейший оставил за собой архипастерское, конечно. Попечение, он и, как и бы правящий архиерей, первосвятительское его. И это его особая забота, и в этом явилась его дальновидность, потому что мне же вспоминается еще десяток и больше лет назад, когда довольно трудно все это было. И финансов не было, и содержать как священника, и построить надо было храм. Он говорил, надо, мы должны все сделать, чтобы наши соотечественники, оказавшись где-то вдали от Родины, имели бы вот эту связующую центральную часть, которая объединяла бы нас всех. И сейчас люди с великой благодарностью относятся к этому. Ну, а тем более, когда мы говорим сейчас о присутствии православия на Северном Кавказе, это же явление, я бы сказал, жизненно важное для русского, славянского, православного населения. Но я бы хотел сразу предостеречь, здесь не может быть и идти речи, что мы строим храмы в противовес. Они живут, сохраняя свою культуру, свою традицию, свою веру, а мы тоже не теряем возможности раствориться вдали в какой-то степени, хотя в одной стране, но от постоянно питающих корней. Прозорливые руководители, они стали понимать, что ни в коем случае нельзя пережимать и выдавливать русское население вот из регионов традиционно мусульманской Северного Кавказа, хотя Наурское это всегда за чертой было. Да. Это же искусственное присоединение было при Хрущеве, мы же помним все конечно. Это. Ну, конечно, нет, но там не только Наурское. Да, там целый поезд такой был. Целый поезд, да. Я хочу сказать о другом. Я много беседовал с теми, кто стояли на сепаратистских началах отделения. И бывал в этих селах. И я видел, как люди молодые не знают русского языка. Но по своей не очень-то высокой образованности они и родного языка не знают. Русский язык является тем мостом, который вводит в общечеловеческий культурный фон, да? А говорят, ну вот нам, какой там английский, какой там испанский? Ничего этого нет, я еще раз повторяю. И русский язык является, еще раз повторяю, этим богатым культурным мостом. Но потом это и вековые связи. Еще очень важно то, что именно с мусульманами у нас очень много в нравственной составляющей, в религиозной. Поэтому многое за что, так сказать, борются православные, за сохранение традиционных ценностей, семейных, устоев. Но это практически рядом. И, кстати, мусульмане смотрели на то, как поведет себя там Россия, Москва с точки зрения вот останутся русские жить в той же Чечне, не останутся, как они себя поведут. И вот это присутствие духовное, это не то, что какая-то сила, это свидетельство. Это как раз свидетельство. Утверждение, и верность своей культуре, своей вере. Я неоднократно встречался, я хорошо знал и Ахмата Кадырова, и Рамзана Кадырова, он рос при мне, и помню его, и мы часто встречались. Я помню, когда шли дебаты о том, вводить или не вводить основы традиционных религиозных культур в школах. И помню, как Кадыров говорит,
обязательно надо вводить. И я сделаю, если нет у вас возможности, найдем преподавателей и для русских, чтобы основы православной культуры были. Конечно, наши зрители сейчас смотрят нас, и, наверное, мне невольно кто-то задает вопрос и оппонирует. Владыка, ну что вы говорите, ведь покидает русское население Кавказ. Я бы сказал сейчас другое. Сейчас немножко обстановка совсем другая. И народ начинает стабилизироваться. Да? Сейчас нет той опасности, которая была раньше. И народ начинает понимать. И что характерно, ведь многие уехавшие с Кавказа, если кто покидал, да, тоскуют. Я знаю, которые семьи возвращаются в Грозный, возвращаются. А землю могут как бы не вернуть или обратно предоставить? Ведь вопрос же в земле, в компактном проживании в той же Наурской. Наверное. Вы знаете что? Я думаю, что эту проблему тоже решить сейчас совершенно спокойно можно. Не надо бояться. Вы только знаете, что с землей были непростые. Да, конечно. Ну, конечно же. Можно. Сложно было, да. Можно, конечно. И постепенно все это в нормальном русле диалога, но и, я бы сказал, в какой-то степени такой настойчивой смелости все можно решать. Ну, давайте все-таки посмотрим вот тот материал. У нас небольшой есть эпизод из освящения храма и торжеств. Мы как раз его сейчас посмотрим и прокомментируем. Я единственное, что скажу, что кроме того, что Святейшего приветствовал и муфти Кабардино-Балкарии при входе, и его встречали представители 18 наций, народов, которые живут в Кабардино-Балкарии. Я очень давно был, конечно, в Кабардино-Балкарии, был в Нальчике, но это было, сейчас не помню, сколько лет назад, можно только посчитать, наверное, 40. На Кавказе народов не меньше, чем гор. Да. У нас, когда вот мы готовились, я посмотрел еще раз вот слова Святейшего, которые были сказаны, они шли в нашем эфире вот буквально накануне. И вот я хочу процитировать. «Мы знаем, какие огромные силы сегодня прилагаются, чтобы оторвать в первую очередь христиан от аутентичного понимания божественного нравственного закона. И мы знаем, какая катастрофа происходит в Западной Европе и вообще в богатом американо-европейском мире, который, кстати, Владыка, к вам хорошо знаком. Когда многие христиане забывают о своих корнях и якобы переосмысливают основы нравственности, а на самом деле не только оправдывают грех в своих общинах, но и поддерживают, безусловно, греховные законы. Как раз вот с мусульманскими территориями, что ли, или республиками, где законы-то нравственные очень близкие. И они не принимают того, что мы видим безобразие в Западной Европе, вот эти творятся. Я бы хотел... Есть очень много общего. Я хотел бы сказать вот что. Вот эти слова Святейшего как раз характеризуют Святейшего как хранителя нравственного православного единства. И вы правильно сказали, что в исламе нравственные основы, давайте прямо скажем, во-первых, что касается веры в Бога. Но нет атеизма как такового, безбожия. Посмотрите, отношение к так называемым пресловутым однополым бракам неприемлемо совершенно. На Кавказе это На Кавказе это вообще неприемлемо. Мы много сейчас спорим о том, что аборты, и церковь борется, святейшие эту тему постоянно поднимает и на уровне законодательном. Он говорил о близости духовных основ. Да. Но вы знаете, что вот это своего рода тоже свидетельство торжества православия на Кавказе. На Кавказе. И что характерно, очень много я видел мусульман. И с уважением смотрели, не участвовали, конечно, но смотрели, как происходит. Так все-таки вернемся мы к вопросу о нравственных ценностях. Аборты. У них это недопустимо. Бог сколько дал, столько и есть детей. На Северном Кавказе, особенно Ингушетия, нет проблемы демографического кризиса, как
у нас. Проблема стариков, наша социальная проблема, отношение к старикам, к детям. Нет сирот брошенных и практически нет детских домов. Потому что если случается беда, то если есть родственники, то родственники разбирают детей. В Беслане же это произошло. Да, в Беслане это произошло. Если нет родственников, то значит кто-то близкий обязательно, но не бросают на произвол судьбы ребенка. Дети – это святое. Я еще раз повторяю, отношение также к браку. Все-таки брак считается у них святым делом. Да, это другой вопрос. Многоженство в исламе в целом. Но в нашем, так сказать, в российском все-таки это явление редкий случай имеет. Второе. Самое важное, ведь они тоже признают ответственность за гробом, за прожитую жизнь здесь. То есть нравственные поступки. Суд Божий будет. И пусть никто нас не обвиняет, что мы проповедуем какой-то синкретизм или экуменизм. Ни в коем случае. Речь-то не об этом идет. Мы разве забыли, когда в советский период мы жили даже в одной семье, рядом атеист, совершенно отвергающий Бога. Мало того, что отвергающий, богохульники, да? И мы жили. Мы жили, говорили, ну что же, ну вот такая жизнь. А в царское время у нас был большой исламский мир, и мы жили вместе, да? И мы жили вместе, сохраняя мир и согласие, не посягая на наши религиозные ценности. Одна из немногих дивизий, которая не предала своего государя, это была дикая дивизия, дикая сформированная из горцев. Дикая дивизия, конечно. Я еще раз повторяю, а проблемы социального характера. Мы что, не должны мы вместе бороться? Разве это плохо? Еще раз повторяю, речь не идет и никогда святейший, я ни разу от него не слышал, чтобы он сказал, что ну все, мы как какой-то нас, ну, у нас какая-то общая вера. Нет этого понимания. Мы каждый остаемся на своих религиозных убеждениях. Но мы люди, и есть те нравственные ценности, которые являются одинаковыми, и которые мы должны сохранять. Это очень важно. Накормить голодного. Помните притчу о самарянине? Да? Левит прошел, прошел, священник прошел, да? И никто не обратил внимания. Самарянин идет отверженный. Вообще-то, он наверное, да. Был, собственно. Да. Он избыл, в общем, неверный был. Для правоверного иудея. Он взял, отер раны на свой скот, привез. И что Христос сказал? Скажите, кто из них был наиболее справедлив? Конечно, этот самарянин. Поэтому еще раз повторяю, совместное доброе дело – это наша общая обязанность. Важная тема – это вот этот исламский экстремизм. Мы на Северном Кавказе, и, собственно, вы лично столкнулись с этим вот лицом к лицу. Есть внешняя составляющая у этого зла. Вот. Оно, к сожалению, упустили в свое время, углубилось. Вот эти, ну, скажем, ваххабитские, если так проще сказать, ячейки, они имеют место быть. Их очень трудно выкорчевывать. Они пустили свои корни в том числе и там, где вы сейчас служите, в Татарстане. В Казани были, ну, мы знаем, что были случаи. Собственно, они по всей стране у нас есть. Но особенно важно сегодня понимать, и, кстати, информации об этом очень мало, как выстраиваются именно в Татарстане отношения между значительными массами православного мусульманского населения.
Ну, Ивана Грозного бессмысленно вспоминать. Можно только вспомнить то, что Кабарда породнилась с России, именно выдав княжну. А, собственно, почему Мария Магдалина, это храм назван именно поэтому ведь? И все как-то так удивляются. Но она приняла православие, конечно. Но, тем не менее, Кабарда вот сколько, 470 лет, по-моему, да, праздновать будут. Да, да. Борис, вот в чем дело. Я все-таки немножко стану на защиту Татарстана. Вот Татарстан, конечно же, явления есть, и где-то проявления были экстремизма, но не в такой степени, конечно, как это иногда преподносит средства массовой информации. Вот это очень важно подчеркнуть. Это очень важно подчеркнуть, потому что нельзя какие-то явления, которые не являются знаковыми, раздувать их до... Да. Это издержки современных средств массовой информации. Ну, вот когда что-то происходит, да, об этом говорят. Это те издержки, которые наносят колоссальный вред и межнациональным отношениям, и межрелигиозным. И вот здесь надо СМИ быть очень и очень... Коммерческим СМИ конструктивной пропагандой заниматься невыгодно. Они в основном деструктивом занимаются. За это они получают псевдорейтинг. А у нас здесь другая задача. Так вот, поскольку у нас другая задача, я приведу другой пример. Что все-таки в Татарстане для меня очень важен другой фактор. Вот быт. Какие взаимоотношения в быту? И смотришь, семьи, очень много смешанных семей. Кто-то замужем за татарином или наоборот, да. Или же живут там и русские, и татары вместе. Нет бытового неприятия. Это очень важный фактор. И нет вот этой какой-то косого взгляда, что ты идешь с голубыми глазами и с светлыми волосами, а я темненький, и скулы немножко другие, да? Вот, кстати, татары часто трудно отличить даже от русских, и такое явление есть. Поэтому я бы защитил Татарстан и сказал бы, что в какой-то степени Татарстан может являться и неким эталоном для, может быть, западного мира. Обычно задают вопрос, ну как вот можно жить, как уживать? Да нет, вот нас же все время представляют, что мы вот так вот, вот тут мусульмане, тут вот православные, некий антагонизм нам должен быть. Нам пытаются навязать, что это наше обычное состояние. Да, обычное состояние. Я часто говорю, ну приезжайте, посмотрите. Шаймиева там пытались критиковать, но с другой стороны, благодаря ему, ну он сейчас уже как бы не у власти, но тем не менее очень уважаемый человек республики, да и в стране в целом, благодаря ему удалось удержать. Вы знаете, что таким людям, как в том числе и в Азербайджане, Аллах Шукюр Пашазаде, да, с Алиевым. Да. Они же прекратили резню. Конечно, конечно. И они сейчас, ну там с армянами это понятно, очень сложная ситуация, но они же говорят, многонациональность это наше богатство. Где вы сейчас такое слышали за Кавказе? Вот так я вас прерву, потому что мне сказали, что звонок из Беслана. Именно из Беслана. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Вас беспокоит Залина Таучелова в крещении Мария. Вот. Хочу Залина, просто выразить огромную благодарность владыке Феофана. Мы его... Ну не волнуйтесь, говорите. Да, мы его очень хорошо помним. И хочу сказать то, что... как он нас поддерживал в те дни. Я не знаю такого человека, который бы имел такое влияние и воздействие на всех людей, которые тогда были в таком горе. И искренне хочу вам пожелать здоровья. И мне очень приятно, что у вас все так замечательно. Дай Бог вам здоровья. От всего сердца благодарю вас. Зарина, благодарю. Дорогая. И мы хотели бы вас видеть, так как при вашем служении у нас в Осетии мы заложили храм на месте трагедии. Очень бы хотелось видеть, он строится, всем миром его как бы строим, и очень хотелось бы видеть вас на освящении этого храма. Спасибо вам, великая. Залина, дорогая, низкий тебе поклон. Я тебя очень хорошо помню. Я помню всех матерей Беслана. Для меня жизнь разделилась до Беслана и после Беслана. Для меня дети Беслана, погибшие и оставшиеся в живых, это мои дети. Вы помните,
как мы вместе ходили по кладбищу, как мы поехали с вами в Иерусалим, как мы с вами вместе построили для живых реабилитационный центр. Храни, Господь, матерей детей Беслана и благословенный Кавказ, и мою любимую Осетию. Видите, как мы, наша передача вот эта в прямом эфире, она во многом случайна. Мы же не показывали анонсов. Значит, люди смотрят. Мы очень рады, что вот нам дозвонились, именно вот тех, кого знают. Это очень редкий случай вот такой, для нашей передачи, очень трогательный. Но уж если мы коснулись вот ситуации, вот, которая произошла тогда, трагедии в Беслане, ну, тут можно долго рассказывать, и это не одна передача тут на это займет. Я бы хотел спросить вот что. Какой вывод народы Кавказа, разной веры, нации, сделали после вот этих страшных событий в Беслане, в Нальчике, в Чечне, в Пятигорске были теракты. Весь Кавказ, он, в общем, был в огне, так или иначе пострадал. А прошли годы, немножко успокоилось. Можно сделать какие-то выводы, как-то осмыслить это. Ну вот кто, как не вы, должны это сделать? Попытаться, точнее, рассказать. Тут тоже сложная задача, конечно. Задача очень сложная. Знаете что? Ясно только одно. Беслан показал истинное лицо террористов. Потому что то, что случилось в Беслане, невозможно оправдать никакими идеологическими желаниями. Борьба за свободу, за независимость, иные ценности. Потому что замахнулись на самое главное, самое дорогое – дети. И самым варварским, безжалостным методом погубили несколько сотен детей. Я никогда не забуду, как хоронили детей. Промозглая погода, идет дождь, огромное количество народа, и вот эти трактора белорусы, петушки, их несколько, копают могилы. И идет стон. Стон десяток тысяч матерей и скупые слезы мужчин, кавказских мужчин. И я никогда не забуду этого ощущения. У меня осталось ощущение навсегда такое, как вроде бы хоронят вообще целом жизнь. И вот другой момент. Там погибли и православные, и мусульмане. И когда я со священниками пришел на эту трагедию, процессию, то подходили вначале православные, и ко мне подойдите на могилу. Но мы кратко литию там, кратенько молитву. И тогда все буквально, и я понял, что вот просят, помолитесь. И мы пошли по кладбищу. Пусть меня никто сейчас не осуждает. А как вы, за кого вы молились? Я молился за детей. Это надо было видеть. Стон матерей. Это надо было видеть эти гробики. Это надо было видеть вот это, с одной стороны, свинцовое небо непогоды, а с другой стороны, ощущение такое, что действительно ангелы здесь тоже присутствует. Так вот, к вопросу, а что вообще-то изменил Беслан? Сорвал маску с лица террористов. И это очень важно, об этом надо всегда говорить.
Еще раз повторяю, бесланская трагедия, как бы не было больно о ней вспоминать, но забывать ее нельзя, потому что вновь и вновь начинают говорить о каких-то высоких идеалах, забывая те страшные злодеяния, которые совершили тогда террористы, и которые, кстати, сейчас совершаются на Ближнем Востоке. Пытаются уйти от дискуссии, да. Зачем воюют наши солдаты, офицеры, военно-космические силы я в Сирии. Вот, так я вот как я, раз, чтобы я, этого я, не я, было, я, и воюют. Я, да, я вот хочу сказать как раз, зачем воюют, простите, пожалуйста. И погибают. Затем, чтобы наши дети вот так вот сотнями, чтобы мир спокойно жил. Потому что если не там, то здесь будет. Да, у нас. Нам это не надо. Нам это не надо. Поэтому я еще раз повторяю, и много приходится на тему терроризма говорить, пока мы не поймем, что это общая беда. Всеобщая мировая проблема, а не только одной какой-то конкретной страны. Когда говорят, ну вот видите, это же там в России было. А США? 11 сентября. А Бостон? А Бостон. А Брюссель? А английское метро? Да. А Франция? А Франция, да. Все. И Ливан. Все, нет, ну, Ливия там, да все, что хотите. Ливан, бомбы когда взорвали, да. Прямо во время парижских событий, там буквально Ливан и Турция. Кстати, я недавно только был, может быть, да, сегодня был теракт, сегодня был теракт в Ираке. Неделю не прошло в Бейруте. Факт заключается... В Бейруте был недавно, в Ливане. Я еще раз столкнулся с проблематикой с этой. Это все вот так вот в одном месте там. Так вот, еще раз повторяю, и вообще общество в целом, у нас иногда наше либеральное крыло начинают критиковать, а зачем мы вмешиваемся, а зачем нам надо посылать, а что мы там забыли, мы забыли, ничего там не забыли, мы помним о том, что надо защищать нашу страну и наш народ. А как бороться с этим злом терроризма, да? Только сообща. И чтобы общество внутри нашей страны объединилось, не делилось бы на своих и на чужих. И как это делает часто Запад, на хороших и на плохих террористов. Лицо одно у них. Кровь и слезы. Беда и разруха. У нас мы вот видим такие события, как человек, воюющий не за деньги, принимает решение вызвать огонь на себя. Представитель нашей церкви встречается с Папой Римским. Что он обсуждает? Он обсуждает эту тему. Ну, конечно. А это важнейший был пункт переговоров. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Сейчас, когда начинают говорить, некоторые раздаются голоса, а вот, а зачем святейший... Я хотел бы сказать, задать один простой вопрос. Когда горит дом у соседа, мы что, раздумываем даже? Мы даже не раздумываем, кто он, хороший или плохой сосед. Особенно это было в деревнях. Мы бросаемся спасать. Спасать. Человек тонет. И вдруг увидели. Прохожий увидел, да? И что мы думаем, разве узнаем, какой он веры или что? Или гражданство. Или гражданство какое, мы постараемся спасти. А здесь гибнет вообще христианское население все. Ну и не только христианское. Поэтому, когда речь шла на этой встрече о том, что надо защитить христиан совместными усилиями, это является тем долгом и обязанностью христианских лидеров. У вас, конечно, тяжелая в этом смысле судьба. Вы стали свидетелем таких кровавейших событий, которых не было в истории, в общем, может быть, даже и России в разные времена, что убивали детей вот так, непонятно зачем, лишь бы продемонстрировать какую-то свою, там, что, мощь, силу, наглость. Но в итоге они добились обратного. Так же, как
вот убийца уже 22 года назад убил монаха в Оптиной пустыне. Он добился ведь обратного. Мы получили заступников на небе. Я просто вот так волею судеб показался в эти дни. Там я это помню, когда хоронили на Пасху. Там, конечно, всего 3 погибло взрослых мужчин. Но стон стоял, это тоже мне это очень близко, потому что один из них мой был хороший, мягко говоря, знакомый друг. Вот, и вот то, что мы сейчас говорим, и пытаемся вроде бы раскрыть тему там православия на Кавказе. Мы с большим удовольствием вот посмотрели эти кадры, как открывается их новый храм. С Муратом Зязиковым я не так давно разговаривал. Он говорит, а я вот строю. Тоже я вот принимал участие, хоть сейчас отошел. Слепцовской. Да, я строю. Слепцовской, да. Так что мы, кстати, ожидаем его в этой студии через какое-то время. Он Зязиков, обещал. Я много раз с ним встречался, мы много раз с ним бывали. Попросите, чтобы он принес фотографии. Как раз мы в храме, который строил тоже Мурат Зязиков. Да, действительно. То есть руководство, которое ответственное Северокавказских республик, оно прекрасно все понимает. Прекрасно. И вот сегодня мы видим, то ли это новое поколение, то ли это... Но мусульмане всегда ответственно относились к той земле, на которой они живут. Даже, может быть, иногда более ответственно, чем некоторые руководители, мы знаем, российских регионов. Некоторые уже в тюрьме сидят. Там такого нет. Там все на виду. Там нет все. А вы знаете что? Поскольку мы в прямом эфире, я бы хотел обратиться и дать совет нашим братьям, сестрам, живущим на Северном Кавказе. Быть бы самим поактивней, не ждать, что только вот кто-то должен сделать, а самим быть поактивней, объединяться и не забывать о том, что построили храм. Пятничная молитва, посмотрите на мусульман, мужчины в основном идут в мечети. Не забывайте и вы хотя бы в воскресный день идти в храмы, вести своих детей. Это тоже очень важно, свидетельство. Если мы будем уважать свою веру, свои традиции, к нам будут относиться с большим уважением те, с кем мы живем. Вот это свидетельство, оно очень важно. Прошу прощения, у нас есть звонок из Сочи. Пожалуйста, назовитесь. Мы очень рады, что вы вместе с нами сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, меня зовут Елена. Да, я из Сочи. И вот я хотела бы такой вопрос наболевший задать вам. Вот скажите, пожалуйста, сколько нужно нашему народу, украинскому народу в Белоруссии, вот этих вот бед всяких, то, что вот эта вот чума распространилась такая, для того, чтобы поняли, что пока не будем мы наших детей учить с садика, со школы, православным ценностям, любить друг друга, уважать родителей и так далее, вообще ближнего своего, что это будет вот это зло, оно будет распространяться. Что без вот этого вот нашего исторического, вот этого вот нашего пути православного не выживет Россия никогда. Потому что когда с нами Бог, мы сильны. Когда мы без Бога, мы превращаемся в какое-то болото вязнущее. У меня вот просто вот такой вопрос. И еще скажу вот на эту тему, Владыка очень хорошо сказал. У меня мой сын, будучи студентом, жил в комнате с мусульманами, с ребятами. И он говорит, что ребята не пили, не курили, в 6 часов вставали на намаз. И они спросили, Боря, а ты вот какой веры? Он говорит, я христианин. И мне стало стыдно, что я-то себя ощущаю христианином, а в церковь при этом не хожу, посты не соблюдаю и ничего о своей вере не знаю. Он у меня, к сожалению, сын мой не воцерковленный. И вот у меня сердце кровью обливается за своих детей, которые вот, к сожалению, так вот пока еще достаточно холодно к храму относятся. И вот то, что все наши дети, они мало что знают о нашей вере, о нашей религии. Ну, вот, спасибо большое, Лена. Как раз вот мы говорим, все наши дети пока что мало знают. Проблема в родителях, проблема детей и родителей, она взаимосвязана. Это то, о чем я говорил. Сейчас, с одной стороны, говорят, что мир освобождается от религии.
постхристианское понимание мира, особенно в Западной Европе. Это может быть так, но что-то и не так. Освобождаясь от истинной религиозных ценностей, человек попадает под влияние, опять же, квазирелигиозного характера, но он не остается без религии. Но религия уже в искаженном виде, так же, как у террористов. Да? И вот здесь зависит от всего нашего общества. Вы правы, Лена. Если мы, наш славянский мир, не поймет, что вера, это, как любит говорить святейший патриарх, не 120-е дело, а первостепенное значение в жизни человека, конечно, нам будет трудно. Мне вспоминается некоторое четверостишие. Вот мир сейчас какой-то все время сумятицы. И один поэт современный, правда, говорит: «Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт». Так вот, и мы должны почуять эту пропасть, которая является пропастью безбожия. Это бездна не в никуда, а, к сожалению, это тоже пропасть бездны вечности, но вечности уже не очень с хорошей стороны. Поэтому еще раз повторяю, нам, всему нашему народу и нашему эстеблишменту, и тем, кто землю обрабатывает, у станка стоит, и кто бизнесмен, и кто в правительстве, и кто в Думу торопится, особенно совет тех, кто в Думу. Друзья мои, не только идите тогда, когда предвыборная кампания, не забывайте все-таки о России, о вере, и тогда, когда станете депутатами, защищайте нашу традицию, нашу веру. Мы сейчас переходим уже в завершающей стадии. У нас есть вопрос, наверное, вот, не знаю, там последний в программе или нет. Но, пожалуйста, мы его слушаем. По-моему, из Подмосковья, да, звонок? Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, приятно. Я вообще-то Владыку помню по каналу «Союз» больше. Вот сейчас просто стал смотреть и «Спас». Вот. Я запомнил Владыку, потому что он, по-моему, уже четвертое место служения за каких-то несколько лет сменил. Это Челябинск, Ульяновск, теперь вот Татарстан. Все-таки трудные епархии, трудные ему достается служение. Как удается это вообще? Все, такое впечатление, что вас бросает на самый трудный участок. Извините, что... Ну, наверное, святейший ему видней. И когда мне говорят, что Владыка, ну вот как же так? Я говорю, ну патриарху виднее, значит, там я нужней, куда он меня посылает. И вы знаете, мне задают вопрос, а как вот вы это начинаете? А начинаю так, с полной отдачей, как будто это моя и первая, и последняя кафедра. Не задумываясь о полной отдаче, созидая и неся свое послушание архипасторское там, куда пошлют. Очень, да, лаконично и просто. У нас есть одна такая небольшая, тоже приятная тема. Это 19 числа, дата очень важная в истории Русской Церкви. Это 70 лет, как был создан отдел внешнецерковных связей, то есть сразу после войны. Вот. Будут, конечно, торжества, будут речи. Но вот сегодня, если есть такая возможность, а наша передача пойдет с повторами как раз вот в эти дни, важно услышать от вас, Владыка Митрополит, значение именно этого участка, который часто называют церковной дипломатией, но вот эта уникальнейшая площадка, которая в советское время, я имею в виду Владыку Никодима, и деятельность тогда еще Алексея, митрополита Ленинградского, Новгородского, чуть ли не спасли там монастырь Пюхтинский от закрытия, да вообще всю церковь, сотрудничество в тем же самом, или взаимодействие с этим Всемирным конгрессом церквей, тогда способствовало. Это очень тонкая и малоизвестная страница русской истории. Но, отечественный, Владыка, у меня единственная просьба к вам, дозвонились нам из Черкесска,
пусть зададут вопрос. Пожалуйста. А потом мы вернемся пожалуйста. К ОВЦС. ОВЦС чуть-чуть пожалуйста. Подождет. Спасибо, Господи. Да. Слушаем вас, Черкесск. Алло. Да, слушаем вас. Ну что, я бы хотела сказать, вот все время смотрю эту программу «Спас». Да. Я сама национальность карачаевка, не русская. Но я все-таки все время эту программу. И хотелось бы мне сегодня вот от души поблагодарить этого человека. Это Борис Костенко. Все время Костоем хочу назвать. Ну, Костенко. И вам, митрополит, большое спасибо за хорошие слова. Вы знаете, что ваши слова возрождают в душе, ну, не понимаете, что такое я все-таки ислам держу, но все-таки насколько близки мне ваши слова. И я хочу выразить спасибо. Благодарность, очень волнуюсь. Большое спасибо и низкий поклон. Спасибо. Что... Спасибо большое, замечательное, Карачаево, Черкесия. С архаизмом замечательным и, самое главное, с замечательными людьми. Спасибо большое. Ну, а теперь вернемся к отделу внешнецерковных связей. Знаете что? Разные, особенно некие так называемые в кавычках аналитики, говорили, да вот, да отдел, да что, да зачем. Забыли тот период, какой испытывала церковь. Страшный период. Если особенно хрущевская оттепель была для политическом плане, может быть, оттепелью, то для русской православной церкви это была суровая зима, потому что вновь гонения, клевета, тюрьмы, уничтожение просто духовенства. И вот отдел внешних церковных сношений тогда назывался, связи сегодня, как раз и сохранил во многом церковь. Спросите, как? Епископат. Епископат, потому что практически закрывались кафедры, старые епископы умирали, и вот надо было омолодить. И вот тот епископат, который в тот период, это не худшие как раз епископы и в последующем были. И все они проходили, как правило, митрополит Никодим. И что характерно, если власть безбожная старалась в семинаре, там оставалась семинария только в Сергиевом Посаде, да, ну, в Одессе еще, там, Питере потом, не пропускать людей талантливых, с образованием, то как раз митрополит Никодим сделал все, чтобы заместить кафедры епископские талантливыми людьми. Что касается закрытия церквей в целом, но Пюхтицкий монастырь, не один ведь Пюхтицкий монастырь, это и Псково-Печорская обитель, вообще многие храмы сохранились благодаря тому, что была дана некая огласка на международном поле через тот же Всемирный совет церквей. И носилось это была возможность защитить церковь через международные, в том числе и религиозные организации. И 70 лет непростые. Я еще полминуты скажу. Но, пожалуй, один из самых трудных периодов жизни – это после распада Советского Союза. Когда, не постесняюсь сказать, чтобы это не было лестью в адрес патриарха сегодняшнего, именно сегодняшний патриарх сделал все возможное, чтобы вот те взаимоотношения, которые сейчас и сложились между церковью и государством, они закладывались именно тогда. И именно через отдел внешнецерковных связей, который возглавлял митрополит Кирилл. Вот база тогда была создана, и надо было пройти через 91-й и через 93-й год. Это особая совершенно страница в жизни нашего государства и в жизни церкви. Если бы не было участия церкви, тогда как раз инициатором был сегодняшний патриарх. В тех событиях переговорных, не знаю, сидели ли бы мы с вами сегодня спокойно в этой студии, или, может быть, была бы страна в каком-то хаосе до сих пор. И церковь,
И именно тогда отдел внешних церковных связей, лично митрополит Кирилл, сделали очень много, ну и многое другое было, поэтому... Он послезавтра будет торжественный молебен и служба в Троицком соборе, а это как раз было сразу после октябрьских событий. Мы приехали к митрополиту и записывали для Первого канала его интервью. Это все было 3 минуты 58 секунд. Я прекрасно помню эту цифру. А я был участником тоже переговорных процессов. Мы вынуждены закончить этот разговор сегодняшний. Огромное спасибо, Владыка, что вы приняли участие в этой беседе. И наши зрители, я думаю, тоже вас вот благодарили. Несколько звонков было на эту тему. Конечно, сложная вам досталась судьба и на Северном Кавказе, и, так сказать, послушание, которое вы несете, как митрополит Казанский и Татарстанский. Вот. Но сегодня это первый край. Нет ничего сложнее, как русскому митрополиту вот, служить в этих условиях. Тем важнее и почетнее. Знаете, замечательные условия. Президент Республики Татарстан Миниханов издал замечательный указ о воссоздании собора Казанской Божией Матери над местом явления иконы. Ведь так это же, смотрите, как. Было, да? И надеемся, что Святейший Патриарх прибудет на закладку воссоздаваемого собора. И, кстати, создается в Болгарах Академия Исламская. Ну, вот это пример правильного, разумного и гармоничного сосуществования, которое всегда было на Руси и в империи в том числе. В этом ничего плохого нет. Живем в одном просторном, красивом доме, имя которому Россия. Всем места хватит, только нужен мир, согласие. Да. Самое главное. И молимся о властях и воинстве каждый день. И каждый храним свою веру. Да. Спасибо, Господи, за сегодняшний разговор. Еще раз спасибо. Благодарю. Успехов вам. С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся и до новых встреч в программе «Вечность и время» для обсуждения вот этих самых вечных и насущных вопросов, которые волнуют большинство, я уверен, большинство нашего населения.